Лариса Васильевна Шипрева работает в организации буквально с первого дня. За долгие годы она не раз получала награды и поощрения. В числе прочего, Лариса Васильевна награждена знаком главы Ленинского района за заслуги. По ее воспоминаниям, 30 лет назад производственно-техническое объединение городского хозяйства отвечало в районе практически за все. Даже бани и прачечные входили в состав предприятия. Были у нас управления, которые занимались обслуживанием электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, жилищное хозяйство. Были в нашем районе саночистка, банно-прачечные комбинаты и так далее. За годы своего существования предприятие было несколько раз реорганизовано. Теперь в ведении производственно-технического объединения городского хозяйства, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Сейчас в организации работает порядка 800 человек. В эксплуатации у объединения находится 78 различных объектов и более 500 километров тепловых, водопроводных и канализационных сетей. Работа ведется круглые сутки, 365 дней в году. У нас уже началась подготовка к следующему отопительному сезону. Котлы готовим, теплосети, ну и все остальное оборудование. Сейчас требования, так сказать, поменялись, ну, ужесточились в этом деле. Так что, если температуру чуть-чуть не додаем, уже жалобы идут. Ну, стараемся устранять. Екатерина Шкурина работает в производственно-техническом объединении городского хозяйства диспетчером с 2010 года. Получила от предприятия жилье. Несмотря на то, что нередко приходится общаться с рассерженными горожанами, работу свою любит. Екатерина прекрасно понимает, что первое впечатление об организации складывается у клиентов, в том числе и благодаря ее голосу. А потому общение с теми, кто звонит, всегда благожелательное и по делу. Диспетчерская водоканала. Здравствуйте. Что у вас случилось? Так, засор канализации. По какому адресу? Адрес пишется по старинке, ручкой в блокноте. Так привычнее. В остальном Видновское производственно-техническое объединение городского хозяйства – самое современное предприятие. На половине объектов водоканала и теплосети внедрены современные энергосберегающие технологии, позволяющие экономить сотни тысяч рублей в год. Устанавливается новое насосное оборудование ведущих мировых производителей. За последние 3 года произведена замена более 25 километров тепловых и 13 километров водопроводных сетей. К счастью, могу сказать, за период существования нашей организации у нас никогда не было вот авралов, не было вот каких-то ЧП. Случаи были, да, у нас имеют место какие-то аварийные ситуации, предаварийные ситуации. То, что население нас не знает и про нас не вспомнит и не вспоминает, это очень хорошо. Это значит, мы качественно отпускаем свои услуги. Даже в праздничный день работа здесь не останавливается ни на минуту. И жители Ленинского района могут быть уверены, забота об их комфорте в руках настоящих профессионалов. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.